Польское телевидение показывает многосерийный фильм. Ну что ты, Шарик, тихо. Шарик. Ах ты, морда. Вот польский стрелок. Выстрел хороший, а мяса мало. Здесь никогда ничего не поймаешь. Одни белки. Пусто, как метлой вымели. Кто-то здесь еще охотится, кроме нас. Человек или зверь? На, Шарик, бери. Смелее, Нурка, смелее. Жалко, хорошая была собака. Ты один остался, Шарик, без мамы. С каждым может случиться. Никто один не остается. Шарик с людьми, и ты с людьми. А отца ты найдешь. Война кончится и найдешь. Смотри, какая собака. Воображает из себя взрослого. Патрон в правом. Зацепил меня когтем. Что вы, Ефим Семенович?
Во время войны тигры перестали бояться людей. Идет на выстрел, добычу ищет. А тебе за жизнь спасибо. Это вам. Дай этого малыша. Шарик, бери. Бери шарик. Смелый пес, смелый. Вы можете идти. Трудно. Трудно. Ничего не поделаешь. Мясо бы нужно забрать. Я тут с Шариком постерегу, а ты иди на просеку. Останови трактор, когда он с бревнами будет ехать. Он вот-вот пойдет. Подожди. Возьми и спрячь. Тогда это тебе. Чекайте, я скоро вернусь. Стучит и стучит. Ну и трактор. Утром мне дрова везти. А пока я его отремонтирую, уже полдень будет. Ночь долгая, успеешь. Какая ночью работа? А запасные подшипники у тебя есть? Есть. Ну тогда я сделаю. А ты сможешь? Ага. Когда будет готово, я позову. Как тебя звать? Кос. Ян Кос. Трудно. А тебе? А тебя? Григорий Саакашвили. Григорий Саакашвили. 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 Фили? Швили. Тоже трудно. Эх, Кацо, я из Грузии. А у нас знаешь, какие горы? Видишь эту гайку? Тут горы так... Так здесь горы, как эта гайка. А у нас? Как этот трактор. Я знаю. Я был на Кавказе, перед тем, как сюда попал. Чего ты ищешь? Ойца. Отца. Покрути второй снизу.
Хорошо. Старик говорил, ты тигра убил. Ты уссурийский стрелок, косо. Я, ребята, все вижу. Ты трактор знаешь, да? Бери мой трактор. Будешь на моем месте работать. Не хочу. А ты что? А ты что будешь делать? Я в армию иду. Берут? Сколько тебе лет? 19. А тебе? Мне? 17. Охотник говорил, что тебе 16. Меня не потому не берут. Я из Польши. Из Гданьска. На трактор не хочешь? В армию не идешь? Знаешь, что я тебе скажу? Наша война тебя не касается. Ты лодырничаешь. Шкурки белок и енотов собираешь, да? А это комбинезоны для летчиков. Хитро. Наш брат в окопах, а ты в тылу, да? Хитро. А кто первый с Гитлером дрался? А кто сражался на Вестерплата? Повторить трудно. Твоя война давно кончилась. За неделю вас разбили. Ты умеешь бить? А ты умеешь драться? А то как же? Вставай. Вставай. Вот черт. Хочешь еще? Летят. Пожалуй, не наши. Японцы на другом берегу Уссури. Японцы на том берегу Уссури. Кацо. Ну что, Кацо, еще хочешь? Или с тебя хватит? Твоя война. Твоя война, моя война. Возьми трактор, когда я в армию пойду. Ребята! Ложись. Сон после работы хороший. Остальное я сделаю сам. Тебя на рассвете ехать. А как спят у нас в Грузии, там ложишься тепло, ставишь около себя кувшин с вином, двери распахнуты, и ночь приходит в дом. В дом или в сон? Не знаешь, как приходят звезды? Все равно... Дай бумажки. Нога болит. Нога болит? Иди, я сам справлюсь. Спасибо. Могу это забрать? Можно я это возьму? А ты что, курить хочешь?
Ты здесь? Да. Да. Треба будить грузина. Надо разбудить грузина. Что там в газете? Сообщение. Советское правительство дало согласие на формирование польской дивизии имени Тадеуша Костюшки. Читай вслух. В целях общей борьбы. Дальше оторвано. Нога заживет. Не задержу. Задерживать тебя я не могу. Разбуди грузина. Я с ним пойду в военкомат и приведу доктора, ладно? Доктор сам дорогу найдет. А ты бери коня и поезжай в польское урочище. Знаешь где? Знаю, у водопада. Женьшень мне оттуда привези. От этого корня лучше всего заживает. Найдешь его под фундаментом левой хаты. А ружье возьми мое. Стреляй только в крупного зверя. Не бойся. Со мной идешь. Господи Боже. Я ему скажу. Вы должны его взять, товарищ майор. Моя война. Твоя война. Моя война. Наша война. И мои пошли. И другой, третий. Враг подходит. Надо воевать. А работать в колхозе надо. Так мужики ведь остались. Какие? Пошел вон. Не старики. Пошел вон. Чтобы я вас больше тут не видел. Адвокат сейчас знала. Ишь, адвокат нашелся. А мне потом что, нянек нанимать, чтобы за ним смотрели? Ничего не подпишу. Тихо, глупый. Здесь никого нет. Thank you.
Вера! Вера! Кнера! Лазбле! Кнера! Вера, скрытыка! Японский парашютист. Ну и тогда майор сказал. Я-то знаю. Что тебе на фронте нянька не нужна. А вот инструкция об этом не знает. Врач был? Нет, я о другом думаю. Ты вот был на польском урочище. 80 лет тому назад поселились там, в горах, польские сыны, которые шли против царя. Жили здесь долго. И только их внуки после Октябрьской революции вернулись на родину. И ты пойдешь, как они пошли. Польская надпись на клинке. Жил, боролся. И даже имя не сохранилось. Ефим Семенович, если я отца не найду, я к вам вернусь. У меня никого нет. А ты не говори зря. Шарик подрастет. Отдам его тебе. Вдруг на войне пригодится. И еще дам тебе меховые рукавицы. А если отца не найдешь, все равно у своих останешься. Сообщение в газете — это еще что. А вот как крик диких гусей осенью услышишь, в свои края полетишь. Это ты, Саша? Что ты всегда опаздываешь? Вот когда-нибудь не поспеешь, увидишь тогда. Если уж хочешь остаться, то не тогда, когда я в карауле. Thank you.
Убивать его, а не умрет. Саша, не умри. Хорошо. Ребята, пирожки с сыром. Баклажечка походная моя. Марса милая. Ялки, палки, знову каша. А ты кто? А ну говори. Кто ты есть? Ты что тут, по ошибке? Кто сюда это? Что ты до мне, ты? Ох, это ты ко мне так? Оставь, оставь. Приходишь непрошенный, спрашивают тебя, не отвечаешь. Нехорошо, брат. Я тоже хочу на фронт. Я понимаю, за дверь его вместе с этой дворняжкой. Товарищ рядовой, не вмешивайтесь, когда старшина говорит, ясно? Кто вчера стоял в карауле? Я, товарищ старшина. Как ты думаешь, этот парень вошел, когда ты стоял в карауле, или он с неба свалился? На войну нельзя самому. В военкомате посмотрят, что ты за птица, и дадут бумагу. А так, мать плачет и не знает, где ты. А если матери нет? Отец на фронте? Не знаю, пропал 4 года назад. Тогда еще войны не было. Как не было? Была в Польше. Я в польскую армию еду. Уже третий день. Я с вами только со вчерашнего вечера. Дайте поесть союзнику. Каша стынет. Владимир, побольше, пускай покушает. На, друг, держи, кушай. Ну как каша-то? Вкусно? Сам знаешь. Ну и хорошо. Ну, дома. Собаку тоже покормили. Кто зомбитый? Что ты, да? Давай, сыграй. Ну, держите, давайте. Только дёрни картишки там. Раз, назад он залез. Раз, два, три, четыре. Ну, кого там козырнает? Я что? Пока что начнет. Я вам то. Я могу это вычистить. Да нет, то, это РП, ручной пулемет называется. А умел бишь? А сумеешь? Не гневайтесь. Вы не сердитесь. Глупо получилось. Забежьте. Возьмите меня. Я могу оружие почистить. Никого не в карауле с собакой постоим. Никого не пропустим. Ёлки-палки ты. А что? Что он хочет? Хочет на полование? Хочет идти на охоту. Это оружие на крупного зверя. Это игрушка не для детей. Для взрослых тоже нет, но раз нужно, значит нужно. У меня есть справка из охотничьего кооператива, что я охотник. А это тигр? Ну вот, хорошо. Не могу, сынок. Не могу, сынок. Войску на рассказе стоит. На первой станции придется тебя высадить. Одну минуту. Польские товарищи! Смотрите, смотрите! Эй, стрелок! Эй, стрелок! Ну, давай, давай! Хочется, идем, Шарик. Сейчас нас выгонят.
Пошли, Джордж. Люди! Люди! Вы из Польши? Вы из Польски? Я тоже из Гданьска. Ну, Томаш, что? Ну и везет же тебе. С ними доедешь без пересадки. Моя фамилия Елень. Густав Елень. По-нашему Гуслик. Кос. Ян Кос. А собаку как? Шарик. Ну, до свидания. На фронте смотри в оба. Может, встретимся. Устрой там место, ребята. О, Боже. Девушка. Пусть. Пусти. Что ты держишь? С луны свалился? Нет, сусури. Не с Луны? Нет. А в Польше сконт? А в Польше ты откуда? Из Гданьска. А я из Варшавы. Садись. Меня зовут Литка. А ты красивая, как на картинке. Зимно. Холодно. Возьми. Бери. Бери, мне тепло. Хорошо. Красивые. Буду их носить. Будем друзьями. Теперь мы как дома. Кто на танке? Я. Добронепанцерной? Бронетанковой части. Густав Елень. Густав Елень. Имя отца? Имя отца. Вильгельм. Вильгельм. А вы дlaczego на бронепанцерной? А вы почему решили в бронетанковые? Ну, бо был в чогах. Ну, потому что я был в бронетанковых у немцев. Ну, сильно взяли. Насильно взяли. А я связал четверых фельдфебелей. С панцером до Руска. И пешком к русским. С четырьмя справился. Не верите? Не верите? Поборов, пусти! Но! Пусти! 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 Лидия Мишневска! Я уже записался. Я бы хотел с тобой. Пойду, куда пошлют. Что с тобой? Сказали, что будет бригада имени героев Эстерплаты. Ты глухой, Шпироне, в глухой, что ли? Твой отец там Эстерплаты. Ведь там твой отец сражался. Шли до радио, им девчонки. Взяли в радиосвязь. Там девушки нужны. Или ваш лет? Сколько тебе лет? 18. 18. Здесь не написано, когда ты родился. А мне 18 лет. А у меня есть глаза. Ты кламешь? Ты врешь. В бронетанках тяжелая служба. Иди, мальчик, куда-нибудь в другое место. Я знаю, знаю. Але здоров jesteś. А ты здоров? А то здоров. А это что еще? Что этот пес тут робит? Что эта собака здесь делает? Собака? Ту есть войско. Здесь армия. Так есть. Так точно. Бригада панцерная. Танковая бригада – это не зоопарк. Не все сразу, по очереди. Ох ты, псина.
Не приедете? Тебя не взяли. До чалгов не хочу. В танкисты не берут. Шкода. Жаль. А может и лучше. А может и лучше. Зачем в танке собака? Тоже мне разговор. Я ему скажу, ничего не выйдет. Уж если я просила, а Харун же не разрешил. Водитель? Поднимаем паруса. Все на месте. Так точно. Не мертвь, глупость. Не расстраивайся. Ерунда. Я бы хотел. Я так бы хотел. С вами. Я бы очень хотел с вами. Бардзо бы хотел. Зачекай хвилю. Минутку, подожди. День добрый. Здравствуйте. Чаешь. Привет. Вихура. Вихура. Где? Ледва дмуха. Где? Я Вихура. Фамилия такая. А ты? А твоя? Кос. Ладный пес. Хорошая собака. Твой? Твоя? Можно ее погладить. Можно ее погладить? Она меня не укусит? Жучму, забачишь, как опортует. А знаешь, как она берет? Псина. Псина. По порядку, рассчитайся. В машину, быстро. Пани позволит до шофера. Разрешите пригласить вас в кабину. Дякую, я за всеми. Спасибо, я со всеми. Поможете там. Помогите. Я за едем. Поехали. Что случилось? Что же стало? Новый вуз. Машина-то ведь новая. От корби. Я заведу. Ручкой. Чекай, отец. Постой, отец. Можешь это курблевать аж до ушей. Возись тут с ней. Должна быть тут. Должно быть здесь. Отстань. Пане поручику, пан поручик, я попробую. Хорошо, пробуй. Если сделаю, возьмете? Не о чем говорить. Давай, заведи эту чертову штуку. А если пойдет, возьмете? Ни к чему эти разговоры. Ну хорошо, хорошо, хорошо. Заводи. Пане, а вы слышали? Но у нас здесь двое. О, лети. О, смотри, лети. Шарик шукай. Шарик ищи. Кто? Кто? Дрозд. Как ты сделал, что она поехала? Ну, теперь-то мы танкисты. Ребята, танки, танки идут. Не бойся, глупый.
Это танки. Танки как танки. Осторожней, сломаешь. Вы с нами, товарищ? Вы с нами, товарищ? Или только танки привезли? С вами. До самого Берлина. Такой приказ. Я уже выписывался из госпиталя. Хотел вернуться в часть. А мне говорят, вы, лейтенант Ольгерт, будете учить союзников. Но... Хиба же вы сами лепите. Пожалуй, вы это лучше меня умеете. Ну, вот черт. То так нас вот как нас встречают в польской армии. У нас в Грузии, Кацо, Григорий. Ну, Григорий. Кто Григорий? А называем себя Григорий Саакашвили. Да, меня звать Григорий Саакашвили. А ты кто? Собака тебя узнала. Помнит, как ты сахар давал, а меня не узнаешь? Янок, товарищ лейтенант. Мы дрались, здорово дрались, пока не решили, что это наша общая война. Кацо, я буду в твоем экипаже. Хочешь? Хочу. Ну и я с вами, а? Ну то есть нас четыре. Ну вот нас четверо. Пятеро. Шарик тоже. Это Шарик. Ах ты баловник. Ах ты морда. Залога мусит быть как пальцы. А у командира танка его мнение не спрашиваете? Ну, что вы потрафите? Экипаж должен быть как пальцы одной руки. Саакашвили, что вы умеете? Саакашвили, водитель первого класса. Покажи им, что потрафишь. Григорий. За шпилечком? Покажи им, что ты можешь. С гвоздем? Да. Уважай. Осторожно. Ну, хотите. Ну, пошли. Сломает. Тигрыса забить. Тигра убить, а шкуру не испортить. Вот как нужно ездить. Григорий еще на Григорий войне не был. Еще на войне не был. Он не обстрелянный. А я тоже не, я тоже не военный. Я... Видите? О, там видите? Вот то облако. Такое белое. Называется оно Циростратус. Я могу вам сказать, что через день или два оно принесет перемену погоды. Видите? Какой я специалист по тучкам. Ну хорошо, мы показали, что умеем. Я гадаю по облакам. Григорий забивает гвозди. Так, так. В Грузии не маешь? У тебя в Грузии родственников нет? У нас такой один был, лошадь на спине носил. Сгодится на ваш палец. Мой палец от вашей руки. Кто знает. Ну а ты что умеешь? Молодой ты еще. А в танке трудная жизнь. В танке тяжелая жизнь.
три раза в десятку. Легче три раза в десятку попасть, чем в мой экипаж. Згода. Согласен. Як трафię, возьмете? А если попаду? Мне и шарика, возьмете меня и шарика? На длань, то четырех пальцев за мало. Вы, Григорий, если мы гуслик, как одна рука, я, то четырех пальцев мало. Вы, Григорий, Зачем? Гуслик, я и шарик. Ну хорошо, хорошо, увидим. Молодец. Молодец. Трафiłeś в две десятки. Попал в две десятки. Хиба три. Gdybyś trzeci в небо не послал. Третью за молоком послал. Ты молодец. Все равно молодец. Око то можно. Глаз-то у тебя хороший. Шука, чего не сгубил. Ищет, чего я не терял. Еще теплое. Еще теплое. Ну ты посмотри. Ты прав. Przepraszam. Извини. Но значит, две прошли, одна за значит, одна возьмете? Вошла в другую. Возьмете? Возьму. Але с псом. Возьму. С собакой? Но с псом. Ну ладно, с собакой. Только, мусишь еще Только научить... ты должен еще научиться, Śpiewać. Ну знаешь, петь. Jak to śpiewać? Как это петь? В чогу potrzebny jest strzelec, На танке нужен стрелок-радист. По-чоговому мусишь Ты должен научиться петь. Та-ти-та, та-та-та, ти-ти-ти. Wiesz, co to znaczy? Знаешь, что это значит? To jest twoje nazwisko. Не знаю. А я też mam coś dla obywatela. Это твоя фамилия? Proszę, to jest moje wkupy. У меня тоже есть кое-что для гражданина-поручика. Вот мой вступительный взнос. Добрый. Będziemy Хорошо. Им wszyscy konserwy otwierać. Будем им консервы открывать. Нет. Нет. Przeczytajcie. Вы прочтите. Честь и Родина.